А вот мы превращаем поток данных шириной 8 бит в поток шириной 4 бита. 6b, 6b, d2, d2, 6b. Так, вот теперь мы ставим сюда backpressure и пытаемся здесь. И оно стоит 7, и оно не может сделать c. Теперь мы снимаем backpressure и видим c. Зажимаем снова, видим, что он дальше не продолжает. Е4, Е4, С7, С7 и так далее.